3D-моделирование и специальные программы для ЧП станков. Инженеры завода «Елец Гидроагрегат» активно работают с инновациями. Такой подход диктует время. Александр Грошев полгода трудился над проектом по автоматизации одного из стендов. В результате работу оценило и начальство, и столичное жюри. А молодой человек стал инженером года. Как инженер-программист, мои обязанности входят в написание программ для станков с числовым программным управлением. Есть система координат, математика, геометрия, и траекторию движения рассчитываешь, составляется программа. Победа была ожидаемая, работа была сделана хорошая, очень качественная, очень неординарная. То есть впервые на заводе у нас появились такие стенды. И, в общем-то, все его таланты и навыки, которые есть, они были в этой работе отражены. На счету инженера года более 750 программ для станков. Все они успешно реализованы на заводе. Инновации помогли на треть сократить время обработки деталей без потери их качества. У нас точное производство, бывают очень сложные детали, где требования конструкторской документации на высоком уровне, то есть там точности необходимы до микрона. Александру Грошеву не было равных и в регионе, после чего его работу и отправили в Москву. Причем молодой специалист трудится программистом всего второй год. Сейчас он разрабатывает новый стенд с более современным сенсорным управлением. Дмитрий Курмаков, Дмитрий Горячев, Николай Седых, Елец ТВ, Липецкое время.